они стали приобретать другие профессии. Есть женщины-полицейские, есть женщины-военные, есть женщины-космонавты. Никто не задумывается о том, что это что-то удивительное и не вписывающееся в какие-то определенные рамки. В Новом Завете женщины играют очень большую роль, и это показывает, что ко Христу путь открыт для всех. И проповедовать благую весть, а это и есть цель церкви, не только могут, но и обязаны все. Если есть женщины-хоккеисты, то почему бы не быть женщинам-пастором?